Наверное, очень трудно встретить человека, который бы не любил шашлык. Но сразу оговорюсь, что формулы правильного шашлыка не существует, так как вкусы у всех разные, а значит и рецептов правильного шашлыка существует множество. Сегодня я поделюсь с вами моим рецептом приготовления шашлыка с маленьким секретиком, который превращает обычный классический шашлык в необычный, невероятно вкусный. При всем при этом для его исполнения не потребуется никаких сверхнеобыкновенных экзотических продуктов. Итак, нам понадобится 2 килограмма нежной свиной вырезки, только свежей, которая не подвергалась заморозке. Ее нужно помыть и нарезать порционными кусками. Молодую и свежую свинину не нужно замачивать долго, так как она и без этого очень нежная. Сам маринад готовится по вкусовым предпочтениям. Кто-то любит поострее, кто-то помягче. От этого зависит количество соли, перца и, конечно же, уксуса. Я выливаю 1 стакан 9% уксуса, который уже разбавлен с водой 50 на 50. Лук нарезаю кольцами. Нам понадобится 3 крупных луковицы, то есть примерно 300 граммов. В емкости для маринования перемешиваем мясо и лук с уксусом и специями. Ставим в прохладное место и маринуем в течение примерно 5 часов. Далее нанизываем кусочки свинины на шампур или выкладываем их на решетку и жарим на углях. Чтобы определить готовность шашлыка, нужно надрезать кусочек и посмотреть, какой сок будет из него выделяться. Если прозрачный, значит мясо готово. Если с примесью крови, значит его еще рано снимать с углей. Когда мясо будет готово, то наступает кульминационный момент. Тот самый секретик, что придаст шашлыку неповторимый, особенный вкус. Пару луковиц репчатого лука нарезаем мелкими кубиками и выкладываем его в кастрюлю. Далее со свежего помидора достаточно 1-2 штук. Снимаем шкурку и мякоть нарезаем кубиками. Томат обязательно должен быть мягким и спелым, а не твердым и пластмассовым, как часто бывает продают. Далее в кастрюлю с нарезанными свежими овощами выкладываем горячее, только что снятое с костра мясо шашлыка. Закрываем крышкой и качественно встряхиваем содержимое. Таким образом, из сока лука и свежего томата получится томатный соус, который придаст мясу особенную сочность. Мясо получится мягким, не жестким и приятно удивит вас интересным вкусом. Также на любителя можно в тот же соус добавить измельченный чеснок и зелень, но это по вкусу. Вот такой обалденный шашлык с томатным соусом мы получили. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр, ставь палец вверх, делитесь своими фирменными рецептами, оставляйте свои отзывы и полезные советы.